Всем привет, друзья! С вами Иван Кожей. Сегодня у нас очередной топ чипсов Лейс. На этот раз я решил показать вам три самых нелюбимых мной вкуса чипсов Лейс. Напомню, что это исключительно мое мнение, и оно ни в коем случае может не совпадать с вашим. И, возможно, в этот топ худших чипсов для меня среди Лейсов вот попали ваши любимые вкусы. Тут уж не обессудьте. Если вы любите различные топы и хотите, чтобы следующий вышел быстрее, обязательно ставьте лайк, комментируйте это видео. И как только видос наберет 100 лайков, я на канал выложу следующий топ, подготовлен специально для вас. Ну и так, давайте начнем, ребят. Итак, на третьем месте самых непопулярных, нелюбимых мной вкусов — это чипсы Лейс со вкусом сыра. Неплохой вкус, чем-то напоминает мне сметану и зелень. В принципе, как бы я ничего против его не имею. Но, учитывая, что у Лейса есть достаточно большое количество других очень любимых мною вкусов, вот я в основном покупаю их, вот. Но чипсы Лейс со вкусом сыра я беру очень редко, что ли, для разнообразия. Ну, то есть, раз в год купить сойдет. Поэтому эти чипсы располагаются на третьем месте, ребятки. Обычные стандартные классические чипсы, вкус сыра. Вот. Но, честно, вот, ребятки, почему-то вот не из самых любимых мною, вот беру их достаточно редко, поэтому эти чипсы располагаются на третьем месте самых нелюбимых вкусов чипсов Лейс. Так, ребятки, на втором месте самых нелюбимых моих вкусов чипсы, которые я вообще практически не покупаю. То есть покупались они в редких случаях, в основном для видосов, ну и плюс приезжали они ко мне в посылке. Это чипсы Лейс с солью. Ничем не особо не примечательные чипсы, то есть все Лейсы в основном соленые, вот, но там есть какая-то изюминка, есть вкусовая добавка чего-либо, и она, конечно же, привлекает. Обычные классические чипсы Лейс с солью я не особо люблю, поэтому они находятся на втором месте, ребятки. Вот, в отличие от сыра, вот, который я хоть иногда покупаю, чипсы Лейс с солью вот не покупаются мною никогда. То есть покупал их для обзора, вот и приезжали они в посылке. Вот сестричка по незнанке мне их всегда присылает. Вот, классический вкус соленого жареного картофеля. Классический соленый вкус, не прикрашенный ничем. Чувствуется привкус, возможно, крахмала. Вот, ну, честно, ребятки, не взлюбил я эти чипсы, и они находятся на втором месте среди худших вкусов чипсов Лейс. Ну и плавно переходим к первому месту самых нелюбимых вкусов чипсов Лейс, ребятки. И это, конечно же, многие, наверное, об этом знают. Лейс белые грибы со сметаной. Чипсы, которые тоже я не покупаю. Ну, не то, что не покупаю совсем. Когда-то купил первый раз попробовать. Купил для обзора. Ну, и вот сейчас вот, опять же, для видоса белые грибы со сметаной. Сейчас мы их будем пробовать. Честно, ребятки, не люблю грибной вкус во всех этих заманухах. Также не люблю рыбные вкусы. Ну, благо, у чипсов Лейс рыбных вкусов в нашей стране нету. И вот, и они не продаются. Вот, но белые грибы, ребятки, честно, вот это то, что я никак не хочу есть. Не понимаю этой темы, хотя некоторые подписчики пишут, что для них это номер один, ребятки. Ну, как бы, не судите строго. Честно, вот немножечко эти грибы спасает вот то, что есть здесь сметана. То есть они реально похожи на чипсы вкуса сметана и зелень. Вот. То есть ты кушаешь, да, ты слышишь тоже знакомый привкус сметаны, но вместо зелени такой отчетливый, ярко выраженный грибной вкус, который мне совсем не по нраву. Именно поэтому эти чипсы для меня худшие. Вот это топ один худших чипсов для Иван Каже. На этом у меня все, ребятки. С вами был Иван Каже. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Больше лайков, быстрее выйдет очередной топ. Всем хорошего настроения и пока.